Окей, при на минуточку, немного предыстории. Это моя преподша, которой 24, а мне 18. Малыш, прости, нам нужно перестать общаться. Чё? То есть, пока я уже не отошел куда-то, она решила быстро сделать такую фотографию. Чё твори про меня, Сарки, унеси, бро, сразу же, просто сразу же. Переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. В их предвремя Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Эй, бро, вы не поверите, что сегодня мы снимаем. Да, опять переписка с преподом. В своем инстаграме в сторис я спросил, не хотите вы увидеть новую переписку с преподом? И более 90% людей проголосовали, что да, хотят. И поэтому, бро, я снимаю шестую, получается, часть переписки с преподом. Пятую часть YouTube благополучно заблочил и кинул мне страйк за то, что я вроде бы как бы там угрожал кому-то видео и оскорблял. Но этого нету, поэтому YouTube, быстрее разбирайся, мне не нравится то, что ты делаешь. Вообще никому не нравится то, что ты в последнее время делаешь. Разберись с этим, будь мужиком. На самом деле, YouTube уже как бы стал мужиком, он уже убрал страйки и вернул видео, так что вы можете его посмотреть. Да, бро, сегодня мы снимаем переписку с преподом. Но, бро, те, кто голосовали в Инстаграме, я вас немножко огорчу, потому что, скорее всего, это будет последняя переписка с преподом. Поверьте, банда, мне уже надоело рыпаться каждый раз, когда мне кто-то пишет, чтобы быстрее включить камеру, потому что вдруг это она. А потом оказывается, что это не она. Эй, бро, хотя она мне и сказала, чтобы я ей не писал первый, но сегодня я ей все-таки напишу. И посмотрим, что из этого получится. Да, я нарушу наши правила с ней, чтобы не писал ей первый, потому что вдруг ее уже них запалит. Так даже будет интереснее, если ее жених запалит нашу переписку. Окей, бро, если ты пришел только с этого видео, то я тебе советую посмотреть прошлые видео переписки с этим же преподом, потому что у меня были переписки с разными преподами. Окей, бро, на минуточку, немного предыстории. Это моя преподша, которой 24, а мне 18. И она, блин, как-то странно меня смотрела, я решил ей написать. И потом она начала скидывать мне свои обнаженные фотографии. И согласись, не очень-то круто. Именно поэтому я ей сегодня пишу, чтобы наконец-то с этим все покончить. Итак, бро, там мы наконец-то здесь. На нашем любимом месте, где мы обычно переписываемся со всеми фейками блогеров, которые вы не смотрите почему-то, и переписываемся с преподами. Что ж, сегодня мы на этом месте. На футболку не обращайте внимания, просто это старая шкафа, очень темная, и видео получается слишком темным. Именно поэтому я повесил туда футболку, чтобы хоть немножко осветлить эту комнату. Окей, давайте-ка ей напишем. Что? Она мне сейчас пишет? Привет. Слушай, что? Я только хотела ей написать, и она мне написала сама. Как это вообще происходит? Добрый вечер. Не поверите, только вам хотел писать. Камон, как это все происходит? И причем это случилось у меня не первое, когда я захожу в переписку, а мне кто-то пишет. Вот это у меня интуиция, когда нужно написать кому-то. И как это происходит? Вот именно, как это вообще происходит? Мы мыслим одинаково. Нет, мы не мыслим одинаково. Это просто моя интуиция такая. Окей, бро, и мне интересно, почему последние 2 недели ее не было на занятиях. Поэтому я сейчас у нее это спрошу. Посмотрим, что она ответит. Почему у вас не было последние 2 недели на занятия? Я со своим женихом летала на отдых. Я не могла отказать, потому что он не так не сильно доверял мне. Доверял? В смысле, то есть сейчас он типа ей доверяет или что? Как мы помним из прошлых видео, из прошлых наших с ней переписок, кто-то нас не увидел на нашем первом 15-минутном свидании, в которое я так чисто просто так пришел, чтобы рассказать вам, как все было. Короче, фигня полная, поняли, да? Кто-то из знакомых ее жениха нас увидел и рассказал ему. Он забрал полностью Инстаграм и следил 24/7 за ее директ. Там, чему доверял мне, то есть сейчас она же вообще не доверяет. Погодите, она мне написала сама. Первая. Она написала «доверял мне». Получается, они что, расстались? Хотите, сейчас он уже доверяет? Если он сейчас напишет, что они расстались, я буду реально в шоке, бро. Более-менее. В крайнем случае, не так сильно следит за мной. А, они все еще вместе. Ну и дурачок. Вечер четверга. Разве он сейчас не с вами? Если бы у меня была девушка, я бы, наверное, с ней проводил каждый вечер. Ну, чисто так. Он на соседнем диване смотрит своих любимых блогеров YouTube. Блин, будет смешно, если они будут вместе смотреть YouTube и им рекомендованный кинет мое видео. И я переписываюсь с преподами. Особенно с первым преподом, а там дальше будет с ней. Кстати, я тут подумала, я хочу уволиться с нашего университета. В смысле? Надеюсь, это не из-за меня. Почему? Не мое это, не могу преподавать, устаю сильно. Но если она уволится с университета, то как она будет зарабатывать деньги? Или она тупо сядет на шею своему жениху? Как-то все очень странно, не продумано с ее стороны. А чем же вы хотите зарабатывать? Хочу попробовать себя в модельном бизнесе, думаю, мой молодой человек меня продвинет. И смайлик. Она сейчас про меня или про своего жениха? Что-то нифига не понял. Если она про своего жениха, то это такая шкура. Она за его спиной, можно сказать, чуть ли не изменяет. Кстати, я только что заметил, она изменила свою аватарку. Она уже оставила свое лицо.
Без макияжа, по-моему. Ну, такое. Банда, это та же самая рыжеволосая препаща, с которой я переписывался и ранее. Которая и ранее мне скидывала свои фотографии. У которой все еще есть жених. Как? Как это происходит? То есть вы ему не будете рассказывать о нас? Нет, ты что? Я надеюсь, он никогда не узнает об этом. В смысле, она сейчас у меня типа спрашивает? То есть, чтобы я ему типа не рассказывал? Почему в конце знак вопроса? Но ведь если мы продолжим общаться, то он все-таки узнает. Потому что невозможно всю жизнь скрывать вранье. В любом случае, это когда-то это выплывет. И по-любому тот, кого ты обманывал, узнает. Блин, было сейчас капец пустоперски, но извините. Надеюсь, что нет. И да, Зай, мне нужно с тобой поговорить. Камон, вот такие вот сообщения я боюсь больше всего. Что-то случилось? Нет, то есть да. Малыш, прости, нам нужно перестать общаться. Походу, мы реально с ней одинаково мыслим, потому что 5 минут назад я сам там стоял и рассказывал вам, что пришло время с ней перестать общаться. И сегодня я хотел ей написать, чтобы перестать с ней общаться. А тут она сама говорит, что нам нужно перестать общаться. В доме свет вырубили. Отлично. Люблю это. Окей, бро, я снова здесь. Это у меня в доме замкнуло свет, поэтому вы продолжаете с ней переписываться. Кстати, меня очень долго не было, нужно что-то отписать. Но вот знаете, малыш от нее в нашем случае было очень обидно, потому что у нас небольшая разница, и типа я малыш, типа я маленький. Так что ж, давайте у нее спросим, какая же ее причина, почему она хочет со мной расстаться, потому что моя причина была, что мне просто это все надоело. Почему? И мне же интересно, что же она на это ответит. Жених заболел. Если заболел этот жених, то это просто жесть. Я не хочу рисковать своим женихом. Он меня любит, и это была ошибка, что мы с тобой начали видеться. В смысле? То есть, она только что меня назвала ошибкой? То есть, я ошибка. То есть, не то, что она скидывает свои фотографии. То есть, не то, что она пошла со мной на так званое свидание, то 15-минутное. Я ошибка. Отлично. Офигенно у нее мозг работает, прям как у настоящей шкуры. Нужно не показать, что я типа на нее обижаюсь. Нужно показать, как бы я очень сильно расстроился на то, что она типа меня бросает. И на это все? Да, вот это вот и спросит, прям аж как-то не верится, что на этом уже все, мы просто с ней перестанем больше переписываться, видеться. Прости, зайчик, но да, об этом я и хотела тебе сказать. Это так странно. В один момент мы вдруг решили друг другу сказать, что нам нужно перестать общаться. Похоже, мы как-то реально вместе одинаково думаем. Печально. Ладно, я тогда желаю вам успехов. И вот этот вот смайлик. Она что, типа взялась за голову, а думала, что она делает что-то не так? И что она тупо берет и изменяет своему жениху? Жениху! Не парню, а жениху! Вот такого вот финала этой истории я точно не ожидал. Я, конечно же, подозревал разные финалы. Типа, она спалит мое видео, ее жених спалит мое видео, ее жених спалит переписку как-то, хотя оно ее вроде бы трет. И я прям не знаю, у меня была куча концовок, но только не это, что она сама возьмется за свою голову. Спасибо, а знаешь, на прощание я хочу тебе кое-что показать. И смайлик, где поцелуйчик. Что? Знаете, судя по ее мозгам и этому смайлику, она что, опять хочет скинуть свою фотографию мне? Ладно, давайте у нее спросим. Что? Да нет, она не скинет свою фотографию, нет. Она не может, она только что задвигала о том, как сильно она любит своего жениха и дорожит им. Я до последнего отказываюсь верить, что она мне сейчас скинет фотографию. Возможно, это будет оценки она хорошие выставит или еще что-то. Окей, банда, она что-то печатает. Нет, я не залип. Блин, серьезно? Она только что, прям только что, 2 минуты назад задвигала о том, как сильно она любит своего жениха и как сильно она им дорожит. И тут она опять скидывает фотографию, обнаженку мне. И уже просто дальше подать некуда. Эту шкуру уже ничего не исправит. Это чтобы ты не расстраивался, пока мой жених отошел и решила тебя порадовать. Чё? То есть, пока ее жених отошел куда-то, она решила быстро сделать такую фотографию и скинуть мне, в то время как она уже со мной типа как покончила, типа как бы расстались, и она скидывает мне вот эту вот фотографию. Ты серьезно? Я просто не знаю, как на это реагировать. У меня тупо нету слов. Ладно, нужно и отписать, а то она и так уже подозревает, что я очень сильно долго молчу. Ого, приятно. И все же у вас красивая фигура. Зачем я это написал, я не знаю. Просто, типа, чтобы она не подозревала, что здесь что-то не так. Спасибо, мой сладкий, поцелуйчики и сердечки. Прощайте. Одним словом, просто навсегда прощайте. Блин, я просто не знаю, как на это реагировать. 2 минуты назад она сдвигала о том, как сильно любит своего жениха. О том, как она его ценит. О том, как она ценит его деньги. И тут она тупо берет, скидывает вот такие вот фотографии. Ты серьезно? Ты насколько отбитая шкура, что ты скидываешь фотографии парню, которого едва ли знаешь? У меня просто нету слов. Я даже не могу нормально сформулировать свою речь. Камон, я...
Охренеть просто. О, банда, мне аж не верится, что на этом уже все. И мне не верится, что, блин, она скинула свою фотографию. Я понимал то, когда она скидывала фотографию, когда мы типа как были вместе, типа любовники, фэ. Но, блин, после того, как она сказала, что нам нужно перестать общаться, можно сказать, мы типа как расстались, она опять скидывает свою фотографию. Эту шкуру уже ничего не исправит. И мне очень, мне всем сердцем жаль того ее жениха, с которым она живет. Потому что он не знает, какой шкурой он сделал предложение. И я очень надеюсь, что он посмотрит это видео, что ему это видео кинет рекомендованное. Окей, банда, просто поставьте на это видео лайки, чтобы это видео выкинуло в рекомендованное. И тогда он, возможно, увидит это видео. В крайнем случае, я так очень на это надеюсь. В лучшем случае, она еще кинет в тренды. И тогда он уже, думаю, 100% увидит это видео. Будет интересно, что же она будет тогда мне писать. Окей, банда, знаете что? Вы в последнее время слишком ленивая на лайки. Очень прям ленивая. Вы их почти не ставите. За эту видео ты бы уже раз в 5 мог успеть поставить лайк. За такие вот переписки с преподами ты бы уже точно успел поставить лайк. Что ж, брат, также подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании или же на экране. Смотри, набейте ссылка на мой инстаграм. Так что ты можешь перейти в мой инстаграм и посмотреть мои супер шикарные фотографии. Или же написать мне директ, я отвечу именно тебе. Да-да, бро, отвечу именно тебе, ведь я отвечаю всем своим бро. И, бро, также подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь перед время суприм банда будет начать всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, про тебя, Женю, очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. И, бро, нет, я не забыл. Я 100% не забыл. Вот коммент из-под прошлого видео. Господи, ты вниз, какие они шикарные, эти комментарии. Ох, мне просто хочется обнять каждый из этих комментариев. Раз коммент. Два коммент, три коммент, четыре коммент. Что ж, бля, мне все эти комментарии. Эй, детка, я думаю, тебе понравилось, как я тебя обнимал. Мне тоже, только... Маме ничего не говори. А, бро, если ты хочешь попасть в следующее видео, всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик и оставить свой царский комментарий. Ведь именно такой, блядь, ко мне видео, лайк, колокол, коммент, и ты в следующем видео. Да, бро, вот так вот все простенько. Как видишь, ребята из Суприм банды попали, и я их даже обнял. Некоторым даже засосы оставил, но никому. Окей, бро, оставайся таким же шикарным, пока! Thank you.